Здесь не узнаешь больничный холл, атмосфера скорее как в школьном актовом зале. Радостный смех и детские улыбки. В этот счастливый миг дети, которым приходится встречать праздник в больнице, и их родители забывают о всех недугах. Хороший праздник, то бишь и детей поднимает настроение, и родители как-то расслабляются маленько после. Все равно родителям напряжение лежат как-то. Это дети, он настроение поднимается. Я считаю, что нужны такие мероприятия. Ёлкотерапию в Самарской областной клинической больнице проводят регулярно, уже больше 15 лет. Годами подтверждено, эффект от такой терапии очень сильный. Когда ребенок болен, ему всегда хочется создать какую-то теплую атмосферу. Поэтому вот эта ёлкотерапия направлена на то, чтобы детям было уютно здесь, чтобы они быстрее выздоровели. Когда ребенок эмоционально настроен правильно, положительно, веселый, ему хорошая обстановка создана, они у нас быстрее выздоравливают. После такой эффективной терапии около 300 детей все равно останутся долечиваться, но только для того, чтобы в 2017 году больше не болеть. Валерия Макарова, Андрей Гургуленко, Артем Сулайманов. События.